Сегодня я хочу вам показать, как я рассчитываю длину нити вот этой вспомогательной при наборе петель при вязании спицами. Для этого я набираю, изначально набираю 10 петель. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Распускаю их. Ну, кончик, видите, остался небольшой. Вот, у меня на этом отрезке 10 петель. И я их, ну, рассчитываю, например, мне надо набрать, это уже вот с кончиком, я его просто загнула. Мне надо набрать, допустим, 100 петель. Я тогда отсчитываю. Вот здесь 10, 20, 30, 40, 50 и так далее. Сейчас я наберу 30, 10, 20, 30. Делаем петельку. И набираем 30 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. И у нас остался небольшой кончик, как в начале вязания. Если вы вымеряете более точно, у вас вообще может остаться совсем маленький кончик. Это актуально при большом наборе количества, при большом количестве петель при наборе. Буду рада, если кому-нибудь понравится мое видео. Заходите на мой канал и до новых встреч!